level 2 english to russian knowing exercise basics знание основ физических упражнений physical fitness is most easily understood by examining its components or parts there is widespread agreement that these four components are basic чтобы определить находитесь ли вы в хорошей физической форме Необходимо проверить четыре ее составляющих. Этими составляющими принято считать следующие компоненты. The to and to and to over of time. Выносливость сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Способность доставлять кислород и питательные вещества к тканям а также выводить шлаки в течение длительных периодов времени. Long runs and swims are among the in this Среди методов определения работоспособности этих систем длительные пробежки и плавание. Muscular strength. The ability of a muscle to exert force for a brief of time. Мышечная сила — Способность мышцы прикладывать силу в течение коротких промежутков времени. Upper body strength, for example, can be by силу верхней части тела, например, можно измерить путем выполнения различных упражнений по поднятию тяжестей. Muscular endurance. The ability of a muscle or a group of muscles to sustain repeated contractions or to continue applying force against a fixed object. Мышечная выносливость способность мышцы либо группы мышц поддерживать повторяющиеся сокращения или постоянное прикладывание силы против фиксированного объекта. Push-ups are often used to test endurance of arm and shoulder muscles. Для определения выносливости мышц рук и плеч обычно используется отжимание. Flexibility. The ability to move joints and use muscles through their full range of motion. Гибкость – способность двигать суставами и мышцами по всей амплитуде движения. The sit and reach test is a good measure of flexibility of the lower back and backs of the upper legs. Касание пальцами рук, пальцев, ног в упоре сидя является отличным способом определить гибкость нижнего отдела спины и задней поверхности верхней части ног. Состав тела также зачастую считается составляющей хорошей физической формы. It refers to the makeup of the body in terms of lean mass, muscle, bone, vital tissue and organs, and fat mass. Состав тела процентное соотношение мышечной массы тела, мышцы, кости, жизненно важные ткани и органы и жировой массы. An optimal ratio of fat to lean mass is an indication of fitness. Показателем хорошей физической формы является оптимальное соотношение жировой массы к мышечной. Mass. Сократить количество телесного жира и поддерживать мышечную массу вам помогут различные виды физических упражнений.